Судьбы олимпийских чемпионов очень по-разному складываются. Мы знаем очень много примеров, когда и двукратные, и трехкратные олимпийские чемпионы, которые живут здесь, в России, бедствуют, не находят себя, спиваются, уходят из жизни, погибают. И духовно погибает, и физически. Твоя судьба, несмотря на то, что все-таки были большие проблемы в жизни, сложилась, я считаю, все-таки счастлива. Ты считаешь себя счастливым человеком? Дима, я вот такой человек, меня спрашивают, ты веришь в приметы? Да, я верю в приметы. Да, я ношу у себя на шее или крест, который был мне подарен моей матерью, или я иконку ношу матери благородной. В это я верю в Бога, я верю, что Он есть. Но я считаю, что каждый человек выбирает свою жизнь, и он принимает решение сам. Конечно, что-то свыше нас есть, я в это верю. Но я верю, что каждую свою судьбу и каждый вот трехкратный, четырехкратный спортсмен, олимпийские спортсмены, они выбирают сами. И я тоже имела такую же проблему. Я когда выиграла олимпийскую медаль, а что дальше? В школу я не ходила, а профессии у меня никакой нет, я полная дура. Что же мне дальше делать? Вот, и ты знаешь, дай бог, что я буду, может быть, для кого-то примером. Если кому-то надо помочь, я первый человек.